Мы продолжаем отвечать на вопросы тех, кто смотрит наши уроки. Сейчас посмотрим, кто у нас на связи. Рина. Алло, Рина. Шалом. Алло, видно? Меня слышите? Слышно? Хорошо, да. Отлично. С какого вы города? Я из Украины, из города Днепр. Вот, проживаю в городе Днепр. Сейчас война, и может быть такое, что отключат сейчас свет. Поэтому отключают свет на 4-5 часов. Постараемся Поэтому сейчас успеть на том... пообщаться, Да, пока есть свет. тяжеловато. Чем вы занимаетесь, чем работаете? Я работала 8 лет дизайнером до этого. Сейчас, так как трудности с работой, офис-менеджер. То есть секретарь, делаю много обязанностей. Всего по чуть-чуть. Вот так. Здорово, что есть работа. Да, с работой сейчас очень тяжело. Много беженцев. Вот так вот. Какой у вас вопрос? Так. Раф Добит, я хотела спросить у вас по поводу коинов, какую они выполняют функцию, вот, и про благословение. Вот такой вопрос. Немного странный, но Почему странно? интересный. Интересный еще вопрос. Смотрите, коины, откуда они взялись, да, они пошли от Арона Коина. И если в двух словах, то Арона Коин удостоился стать коином, потому что он взял на себя ответственность и пошел на компромиссы во время Золотого Тельца. То есть, когда народ напирал, Моше Рабейну не возвращался, народ напирал, да, давайте сделаем божество вместо Моше Рабейну. Он взял на себя ответственность и делал определенные компромиссы, тянул время, да, и из-за этого он удостоился стать коином. И его девиз всегда был коина. Арон – это Оэв Шалом и Родев Шалом. Любит мир и все время старается помирить. Да, он мирил людей между собой, если видел, что люди ссорятся. Мирил мужа и жену. И он всегда мирил, находил компромиссы между, допустим, человек сошел с пути, там, ошибся, согрешил. Он находил, как его вернуть обратно к Творцу. Да, и в принципе служба в храме заключалась тоже в том, чтобы приносить жертвоприношения, и чтобы Творец тоже к нам вернулся к нам, да, чтобы было изобилие у нас, чтобы была браха, была вода, была жизнь, да, чтобы не было войн. Это все исходило от хорошей службы коина в Йом-Кипур и в течение всего года. Поэтому, если вы спрашиваете, в чем суть Беркат Куаним, Куаним, когда выходит по утрам благословить народ, то это строится на трех вещах. Первая браха, она материальная. И врахеха Ашем Вишмиреха, то, что говорит, что тебя благословит Творец и сохранит. Благословит, то есть у тебя будет много имущества, там деньги, конечно, там семья, дети, будешь размножаться. У тебя вот все, что нужно материально, у тебя будет много, Вишмиреха, что это будет все охраняться. Да, мы видим, сейчас война идет, да, что люди многие нажили много имущества, но им приходится часто все бросать, или не дай бог, Это факт. разрушается имущество. Да? Так вот, первая часть – это Всевышний тебя благословит и будет охранять твое имущество и твою браху. Вторая часть брахи, она духовная. Ерашем панав лейха. То есть Всевышний тебе арат по ним, это как бы он тебе как вот улыбнется, даст тебе. Это аллегория на то, что у тебя Всевышний будет давать много света духовного. Да, то есть он к тебе будет благосклонен, да, и ты будешь понимать Тору, понимать жизнь, которая вокруг тебя происходит по Торе. Да, то есть у тебя будет духовный рост. Да, вайхунека – это ты будешь нравиться людям. У тебя будет а слово хэ нравится. То есть с тобой будет комфортно, приятно находиться рядом. Все будут хотеть твоего присутствия.
Это вторая браха. Но, конечно, когда есть материальная браха и духовная, то нужен баланс между ними. Да, потому что если человек дает много материального, то он может за этим пойти и оставить духовное. Или наоборот, если человек слишком в духовном мире, да, то он может забросить какие-то материальные свои нужды. Да, поэтому следующая, третья браха – это «Иса Ашем пана валеха ва ясем леха шалом». Да, что, во-первых, «Ласет паним» – это означает, что даже если ты делаешь что-то неправильно, то Всевышний – это аллегория. Всевышний, он не будет сразу на тебя гневаться, он как бы будет сдерживать свое лицо. Это аллегория, что из него не выходит гнев, он не будет раздражаться, он подождет, пока ты исправишь свои поступки. Да, в Ясимле Хашалом, что, во-первых, у тебя будет мир, но главное, у тебя будет внутренняя гармония. Ты найдешь свой баланс между материальным и духовным, что все будет на своих местах. С одной стороны, у тебя будет там семья, дом, работа, изучение Торы. А с другой стороны, это все будет ради духовного подъема. Не просто ради материального, да, а материальное поможет духовному. А духовное, оно возвысит материально. Да, и в этом заключается суть Беркат Куаним, третья часть. Да, материальная браха, духовная браха и гармония между материальным и духовным. Да, Рина, я желаю вам в такое непростое время, да, чтобы, во-первых, берегите себя, чтобы у вас был мир, да, чтобы вы могли быть... Да, сохраните вашу жизнь, жизнь близких, да, и, конечно, вам, да, чтобы вы смогли в ближайшее время ощутить, да, свою жизнь в полной мере, да, и, конечно, особенно там, в Днепре, не пропускайте Беркат Куаним, это, пока есть возможность, это очень важная вещь. Барух Хашем, спасибо. Еще один вопрос. Тут нам присоединяется Юрий. Шалом, Юрий. Вы меня слышите? Сделайте звук, вас не слышно. Слышно сейчас, да? Да, сейчас слышно. Да. Здравствуйте, рав Довид. Да. Юрий, откуда вы? Здравствуйте. Какого города? Я сейчас вообще с Киева. Больше 5 лет в Израиле. Немножко. И сейчас живу в городе Кирьят-Моцкин. Угу. А где вы гуляете сейчас? По какому городу? По Кирьят-Моцкину? Кирьят-Моцкин, да, да. Вот тут такие парки. Красиво у вас. Очень приятный городок, да. Район хороший. Чем вы занимаетесь, кем работаете? Я занимаюсь, я тренер по шахматам, мастер спорта международного класса. Закончил институт, я маркетолог, но по профессии пока не работаю. Можно сказать, применяю маркетинг в шахматах где-то. И тренирую и деток, и взрослых. И очень важно вот, получать, что это любимое дело, получать кайф. Открыл для себя, вот я молился, соблюдал, но вот последнее время открыл для себя больше учиться, вот системно как-то, вот шаха, ритмин, хамари, заполнять свое время нужными вещами. Но Юрий, какой у вас вопрос, Юрий, вопрос? Какой у вас? Где брать, вот время не хватает, вроде же хорошими вещами, где на все, все успевать, и шедух надо найти, и работа, и учеба, и вот где брать время, вот такой вопрос возник. Да, вопрос очень хороший, и конечно, у каждого свой график, да, свой режим, и больше 24 часов мы вроде бы нарисовать не можем в сутки, но здесь вопрос возникает, человеку часто у него идет время в разброс. Да, например, вот, не знаю, там, он работает, да, он там в дороге находится. Потом он говорит, а как же я буду, ну, когда мне время будет молиться, шахарит, минхамари, а когда останется время на семью,
А когда останется время на родителей, да, общение с детьми, там нужно покупки делать, нужно, да, спортом заниматься, да, и так далее. То есть вроде бы есть много вещей, но если мы смотрим на все эти вещи как вот на какой-то набор, который нужно успеть, вот для галочки, да, нужно поработать, нужно спортом позаниматься, да, тогда на самом деле непонятно, где брать время. Но нужно смотреть на время и на наши действия не так, что мы все, что мы делаем в течение дня, мы наоборот, мы идем, вот, вот строим нашу жизнь. Когда человек идет на молитву Шахарит утром, да, он не просто идет для галочки, он понимает, сейчас ему надо идти на работу. И от кого зависит, сколько он заработает, вот, допустим, там, какие у вас будут ученики, как они смогут играть, как вы сможете научить. Это зависит от Всевышнего. Так вы идете на молитву и просите его, чтобы у вас была парноса, чтобы у вас были хорошие ученики, да, как теперь, там, чтобы потом вы, там, у вас было хорошее здоровье, да, чтобы... То есть молитва это не потеря времени, да, а молитва, она, наоборот, потом вам выиграет много времени в вашей работе. Вы приходите на работу, вы уже заряжены, вы уже пообщались с Богом, да, попросили все, что надо. Вы приходите уже только, как бы уже 90% работы вы уже сделали на молитве. Вы приходите, да, только для того, чтобы просто делать свое дело, и у вас уже будет браха в вашей работе. Потом вы учите Тору, да, это тоже, это же как знать, как жить по законам Творца, тоже вам это помогает смотреть правильно на жизнь, экономить много времени, много нервов, много сил. Представьте, вот вы, допустим, там, смотрели бы место учебы Торы, смотрели бы все время новости, вы бы все время расстраивались, да, смотрели бы, ну, разные каналы, и все время вот эти все события с разных сторон, сколько времени бы на это ушло, да. А так вы тратите время на то, чтобы понять мир, понять законы вокруг вас. Да, потом вы, там, вы семья, это тоже, это когда у вас есть семья и дети, это же это как бы сплоченный коллектив, вы вместе, они вам придают силы. Да, это не то, что вы должны потратить время сейчас на жену и детей, наоборот. Да, семья и дети дают человеку мотивации, дают человеку силы, дают человеку, да, много разных возможностей, вдохновляют человека, да, на что-то большое. Я вам приведу пример с, да, вы знаете, ну, допустим, историю сам айсберг. Видели когда-то айсберг? Да? Вот, Да. да, я покажу картинку, если вам видно. Да, то вот айсберг, да, Так. то да, верхняя часть находится над водой, а вся глыба в основном находится под водой. И человек, который смотрит, смотрит, он не понимает, почему, допустим, идет ветер, вроде в одну сторону дует, а айсберг двигается в другую сторону, плывет в другую сторону. А на самом деле есть очень много подводных течений, да, из-за чего он может, да, они более сильные, они тащат человека в совсем другую сторону. Так вот, есть много вещей, которые у нас находятся на поверхности в жизни. Там человек, карьерный рост, там спортзал, да, эти все вещи, они внешние, да, там человек поехал отдыхать там, в Париж, в Лондон, там погулять. Эти все вещи, они внешние. Но, а он может внутри быть несчастным, потому что под водой, что находится, что у него внутри, да, не всегда это видно. А вот когда у человека, человек, он, и вот, и он время тратит цельно, да, он там на молитвах общается с Богом и понимает, что от него все зависит. Да, он вкладывает в семью, да, это его наполняет, у него есть продолжение, у него есть цель, ради чего, да, он изучает законы Торы, да, он там занимается спортом, то у него вот эти все подводные течения, да, под ним, они ведут, то есть все течения, они дают силы, ведут человека, и такой человек намного больше энергии, да, и на самом деле находится время на все, просто ему хватает меньше времени, и более эффективно, и более качественно он это все делает. И это чувствуют люди, чувствуют ученики, чувствуют друзья, чувствуют там, коллеги по работе. Да, это все это чувствуется. Поэтому я желаю вам, то есть не смотреть так на вещи, да, как найти время. Если вы занимаетесь правильными вещами, то каждая вещь, которую вы делаете, она добавляет вам еще сил, еще энергии, да, и ведет вас, главное, к цели. Да, понятно. Красиво, да.
Да, и спасибо за вопрос. Спасибо, хорошей недели. Шавуатов. Шавуатов.